Очередная коллегия МВД по итогам 2017 года стала знаменательной для ряда сотрудников полиции межрайонных отделов. Первые получили государственные награды, а районные отделы – ключи от автомобилей. Сегодня все это вручал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Мадина Каракетова подробнее. Полицейские на коллегию по традиции пригласили главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, руководителей ведомств, с которыми сотрудничают представители общественности. Собрание было посвящено итогам деятельности МВД в ушедшем 2017 году. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поблагодарил сотрудников полиции и руководство министерства за хорошую работу и мирную жизнь, за спокойствие в республике, которое достигнуто во многом благодаря именно им. Самая главная заслуга – это то, что вы вместе с взаимодействующими структурами, с органами государственной власти обеспечиваете порядок, стабильность и безопасность на территории субъекта Российской Федерации. У нас есть определенные вопросы, то, что касается безопасности дорожного движения. Мы их в рабочем порядке обсуждаем с министром. Но самое главное, что, еще раз повторюсь, у нас в республике совместно с другими структурами не допущено актов террористической направленности. И сегодня хочу отметить, что это еще раз ваша заслуга. Хочу пожелать вам плодотворной дальнейшей работы на благо нашей республики, на благо нашей страны. Рашид Темрезов выполнил приятную миссию, вручил полковнику юстиции Наталье Крестьянко почетное звание заслуженного юриста Карачаево-Черкесия, а полковнику Руслану Каркмазову благодарность главы республики. Руководителям трех межмуниципальных отделов Малокарачаевского, Зеленчукского и Хабесского вручили ключи от служебных автомобилей. Еще ряд сотрудников полиции получили очередные звания и благодарность МВД России и Карачаево-Черкесии. Коллегам их вручил главный полицейский республики Игорь Трифонов. Среди них и сотрудники пресс-службы МВД, майор полиции Евгения Бустанова, благодарность министра внутренних дел России за образцовое исполнение служебных обязанностей, и старший лейтенант Павел Денисов, диплом за участие в фотоконкурсе «Открытый взгляд». Конкурс «Открытый взгляд» проводится в системе МВД России по нескольким номинациям. В нем могут участвовать как гражданские фотографы по нескольким номинациям, так и сотрудники, которые освещают деятельность органов внутренних дел. Вот. В этом году набрали фотографии за несколько лет. Нам участие в конкурсе это позволяло сделать. Отправили. И первый раз, наверное, со времен, как Ленев побеждал в этом конкурсе, нам пришел диплом. Далее руководство и личный состав полиции обсудили ряд вопросов, касающихся деятельности МВД в 2017 году, успехи и недочеты, поставили задачи на предстоящий год. Мадина Каракетова, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.